Слонимский район с рабочим визитом посетил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор внутренней службы Александр Худалеев. На заседании райисполкома был рассмотрен вопрос выполнения директивы президента Республики Беларусь номер 1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. Александр Федорович рассказал, что подразделениями МЧС за 8 месяцев осуществлено более 94 тысяч выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и иных происшествий, спасено более 3000 человек, предотвращено уничтожение 1700 строений, 162 единиц техники, почти 100 голов скота. Оказана помощь в поиске 263 пропавших человек. Представитель МЧС отметил, что большинство чрезвычайных ситуаций происходит в жилом секторе, где на первом месте стоит человеческий фактор. В Слонимском районе 80% пожаров произошли в жилом фонде. Особая забота нужна детям и старикам, поскольку их жизнь и здоровье всецело зависит от окружающих. О состоянии пожарной безопасности в районе рассказал начальник Слонимского РОЧС Виталий Стукачев. Большинство происшествий, в которых гибнут или получают травмы люди, можно предупредить. Первый заместитель министра МЧС акцентировал внимание на важности тесного взаимодействия субъектов профилактики в создании и поддержании безопасных условий жизнедеятельности населения и повышении уровня информирования граждан по этим вопросам. Он обозначил, что начинать нужно с малого, с порядка и дисциплины как в быту, так и на производстве. Не остался без внимания вопрос уборочной кампании в части обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности при переработке и хранении урожая. Первый заместитель министра также посетил ряд подразделений МЧС Слонимского района и пообщался с бойцами и офицерами. На базе райотдела МЧС была организована прямая телефонная линия и прием граждан. Отсутствие звонков от жителей Слонимского района первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям прокомментировал как положительный факт, свидетельствующий о том, что все вопросы решаются на местах по мере их поступления. После рабочего дня состоялся товарищеский футбольный матч среди спасателей. Руководители, принявшие в нем участие, личным примером продемонстрировали важность поддержания хорошей физической формы.